Машина закончила вышивку. Вот что у меня тут вышло, получилось. Вышло. Вот все нормальные люди, да, если что-то испачкалось в процессе машинной вышивки, они, наверное, дождались бы, когда машина закончит, и потом пошли бы там что-то делать, какие-то пятна выводить или стирка и прочее. Но мне прям срочно надо было. Вот у меня есть такая черта характера, что мне надо прям вот здесь и сейчас что-то уже начать делать. Поэтому пока машина вышивала, притащила тут вот ковшик, такой карандашный пятновыводитель сноутер, потому что ничего другого не было. Ну и вот начала как-то это все замывать. Ну, вроде как, девчонки, все отходит. Ну, в крайнем случае, я так уже подумала, если вот это машинное масло. Вышивальную машину нужно регулярно смазывать, и иногда этого масла бывает слишком много, оно в процессе, ну, как бы, вышивки растрясается, да, от вибраций, и иногда, ну, скажем так, размазывается. Поэтому я стараюсь, конечно, все протирать, но тут прям просто попала в такую щелку ткань, в которой было это масло. То есть не на машине оно было, а там вот внутри. И вот по этой щелке моя подкладка прогулялась. Ну, в общем, сейчас буду это все дело расчехлять и, наверное, стирать. Но самое забавное, что я так не хотела стирать подкладку, потому что думала, что, ну, сейчас как бы ее уже самая тема пришивать к куртке. И специально вышивала на просто таком отрывном стабилизаторе, то есть это не водорастворимый, а отрывной. Если бы я знала, что все так случится, то поставила бы водорастворимый и вышла бы на нем. А так сейчас мне придется вот так вот аккуратненько по краю стабилизатор мой срезать, чтобы, ну, потому что он не растворится, ничего с ним не будет. Вот, и потом уже смотреть масштабы бедствия. Где-то тут посередине. Ну, постираем, посмотрим. Может, отстирается. Сегодня у нас уже следующий швейный день. Я постирала подкладку и отутюжила ее. Пятно, которое посадила вчера, вот здесь вот оно было. Ну, вроде как его практически незаметно. Тут, мне кажется, остался больше ореол от средства, которым я пыталась его вывести. А я надеюсь, что какая-то часть уйдет там в подгибку, за обтачку спрячется. В общем, что это не будет видно в готовом изделии. И вообще, если честно, меня эта подкладка очень разочаровывает, потому что, знаете, вот такие стрелки идут. Случайно потянула вот за эту ниточку, и, видите, пошла стрелка. Причем она симметрична с одной стороны горловины спинки и с другой стороны. Вот, если честно, я больше всего не люблю, когда на подкладках какая-то такая история происходит. Ну, в общем, продолжаем шить. Несмотря на все это, перекраивать подкладку из другого материала я точно не буду. Так что пусть будет это. Припуск по низу рукава нужно отогнуть внутрь и настрочить наш припуск на рукав таким образом, чтобы образовалась кулиска, в которую позже мы с вами вставим резинку либо ленточку, кому как больше нравится. Вот так выглядит в готовом виде моя кулиска. На обтачке внутри, там, где мы с вами прошивали шов, я этот шов немножко подпорола, чтобы иметь возможность сквозь эту прорезь вставить резинку либо ленту в нашу кулиску. Какой длины будет ваша резинка, в конечном итоге зависит от самой резинки. У меня это бельевая, очень мягкая резинка, она очень хорошо тянется и для верхней одежды, в принципе, не подходит. Но поскольку другой у меня не было, я вставляла ее. Единственное, что мне пришлось срезать с нее лишнее, потому что вот той длины, которую рекомендует журнал, было слишком много, и резинка, по сути, ничего не присобирала. Это детали воротника стойки. По описанию в журнале одну из них нужно было простегать вместе с утеплителем. Я решила простегать обе, чтобы воротник был пообъемней, попушистее. И сейчас я буду скалывать их лицевой стороной друг к дружке, внешний срез, то есть как бы верхнюю часть стойки, и прошью на машине. Вот так выглядит прошитый шов. У нас теперь воротник соединен сверху и по бокам. И сейчас я немножечко срежу припуски, ну, где-то до ширины 7-8 мм, и будем двигаться дальше.
Выворачиваю воротник на лицевую сторону и скалываю вдоль сгиба. По аналогии, как мы с вами шили клапаны карманов, чтобы просто немножечко уменьшить его объем и чтобы дальше с вот этим оставшимся свободным срезом было удобнее работать. То есть было удобнее втачивать в горловину. Накладываю деталь выкройки на полочку, чтобы перенести линии, которые относятся к подборту. В данном случае их две. Первая – это крайняя правая линия перегиба подборта. По ней он будет отгибаться на изнаночную сторону. И линия крайняя левая – это та линия, по которой мы потом в самом уже конце будем настрачивать наш подборт, чтобы закрепить его. Отмечать я буду это дело все иголочками, потому что ничего другого не видно на моей пестрой плащевке. И теперь уже по отмеченной линии можно отогнуть подборт на изнаночную сторону. Сгиб я снова скалываю иголочками, и очень здорово, что на этой ткани проколы иглы незаметны. Их не видно, и если что, можно поутюжить, и они совсем уйдут. Если, конечно, плащевка либо другой материал, из которого вы будете шить, не позволяют их скалывать иголочками, то тут, наверное, можно воспользоваться такими канцелярскими клипсами либо прищепками какими-то мягкими, вот, чтобы зафиксировать эту линию. Ну, я думаю, что большинство плащевок все-таки позволяют себя утюжить, и после утюжки вот дырочки все-таки уходят. Прикалываю воротник к горловине. Особенность здесь в том, что мы с вами теперь работаем с воротником как с одной деталью. То есть мы прикалываем не только нижний воротник, а нижний вместе с верхним одновременно. Я начинаю от плечевых швов, потому что, ну, мне кажется, так удобней и есть шанс более симметрично все расположить. Вот так выглядит приколотый воротник горловине, причем приколоть его нужно ровно до линии перегиба подборта, при этом подборт захватывать не надо. Втачала воротник в горловину, и теперь пора переходить к подкладке. Особенность этой куртки в том, что здесь нет обтачки, и подкладка напрямую подшивается к горловине куртки. Я сейчас сама удивилась, озвучивая это видео, что прикалываю подкладку не к горловине, а вдоль подборта. Ну, видимо, так по технологии и было дело. В общем, нужно приколоть подкладку лицевой стороной к лицевой стороне подборта. Притачала подкладку к подборту, причем у меня есть привычка не дострачивать подкладку до низа, потому что мало ли вдруг там потом внизу что-нибудь будет меняться. В общем, я всегда не дошиваю 10-15 сантиметров, и если потом по пошиву надо, просто дострачиваю их на следующих этапах. Отутюживаю шов соединения подкладки с подбортом, сильно не давлю, так чисто символически, чтобы было. Вот таким образом выглядит соединенный с подкладкой подборт от самого верха и практически до низа. И теперь сделаю то же самое с другой стороны. Подкладка пришита вдоль обоих подбортов, и теперь нам осталось обработать горловину. Для этого я отворачиваю подкладку на лицевую сторону куртки, чтобы иметь возможность сложить лицевую сторону подкладки с внутренним воротником. Небольшая подготовительная процедура. Нужно подрезать припуски соединения подкладки с подбортом до ширины 7-8 мм. И теперь я отгибаю подборт по той линии перегиба, которую наносила ранее. Отгибаю подборт на лицевую сторону и прикалываю к моей куртке, к горловине куртки. Дальше подборт переходит в подкладку, и подкладку тоже нужно будет приколоть к горловине. После нескольких часов попыток я соединила подкладку с воротником. Было сложно, потому что у меня, во-первых, растянулась горловина, которая была, ну, вот, выкроена по косой и не продублирована никакими укрепляющими флизелиновыми ленточками. И я так понимаю, что в процессе вот этих вот всех вышиваний, стирок и прочего я ее просто растянула. И у меня осталось где-то 2 сантиметра, которые никак не хотели припосаживаться. Второй сложностью было то, что здесь получается довольно толстый слой, то есть 3 слоя плащевки с утеплителем, и почему-то моя машина Жуки 600, которая, в принципе, всегда нормально прошивала такие толстые пирожки, в этот раз начала пропускать строчки. И я даже достала свою первую швейную машинку, чтобы с ее помощью закончить, потому что это было уже что-то невозможное. Мало того, что у меня подкладка ровно не втачивалась, так у меня еще и строчки при этом, ну, стежки пропускали.
машина пропускала стежки. В общем, спустя часа два я закончила, сделала вот такую вот маленькую вешалку, уже, знаете, в самом конце, потому что обычно я всегда этот момент пропускаю, ну, как бы отвлекаюсь вот как раз на ровное втачивание и не вставляю вешалку, потом только уже пытаюсь что-то распороть и дополнительно вставить ее. Но в этот раз как раз я уложилась в сроки, так скажем. Единственное, что вы можете видеть, вот здесь у меня выточку. Вот в этой выточке как раз и прячется вот вся та лишняя ткань, которая у меня никак не припосаживалась по горловине. А я могла сделать здесь складку, но я подумала, что это будет достаточно маленькая складка. И учитывая объем, лучше сделать просто выточку. Смотреться будет намного лучше. Я думаю, даже, знаете, сюда потом можно какой-нибудь бантик пришить, ну, что-то как-то украсить. Вот, чтобы было получше. Вот так вот выглядят уголочки. Тоже здесь не все сразу получилось. Нужно было, чтобы вот этот шов, да, он не влезал на лицевую сторону. То есть вот так у нас будет с лицевой стороны, и этот шов должен быть в сторону изнанки. Даже не столько на этой стороне, сколько вот на этой, которая у нас будет вот так вот застегиваться. То есть вот справа налево. После того, как мы закончили с вот этим вот делом, нам нужно соединить наши рукава. Рукава на подкладке с рукавами на куртке. Я выкраивала рукава из подкладочной ткани точно такими же, как рукава основные, потому что не знала, как мне будет длина, и, возможно, я буду по низу делать обтачку, тогда мне вот этот лишний материал, скажем так, пригодится. Но в винтажной бурде рукава хорошей длины, и я их сшила точно по выкройке. Поэтому у меня оказались лишними вот эти вот 3 сантиметра. И, в общем, мне их в будущем нужно будет срезать. С одной стороны, рукавчик я уже обработала, только припуски не подрезала. И сейчас вместе с вами сделаем такой рукавчик с другой стороны. Я вкладываю рукав из подкладки внутрь рукава куртки. И здесь нужно аккуратненько уложить плечевой шов на курточной ткани, на плечевой шов на подкладке. И если, например, какие-то вот такие широкие, да, вообще, в принципе, в любом изделии, это можно вот так вот иголочкой сколоть. То есть, чтобы наш рукавчик там, ну, поменьше гулял внутри. И сейчас я просовываю руку внутрь. Вот, видите? Распределяю как бы наш рукавчик внутри. И сейчас мы берем подкладку. Как бы отгибаем ее вот таким образом на изнаночную сторону, как будто хотим подогнуть, и вкладываем внутрь рукава. То есть нам сейчас нужно, чтобы вот этот припуск совпал с припуском на основной куртке. Вот так вот вложила и держу. И сейчас нужно подобраться, ухватить эти припуски. Вот, подбираюсь с изнанки, ухватываюсь за них и выворачиваю рукава. Здесь у нас куртка достаточно широкая, поэтому, в принципе, все это делать легко и приятно. Так, вот сейчас нужно будет нам соединить, сколоть иголочками. Я высовываю рукав подкладки на 3 сантиметра, так же, как на другом рукаве. Я, собственно, поэтому не срезала там припуски, чтобы иметь ориентир. Вот, соединяю шов со швом. И вот таким образом скалываю иголочками перпендикулярно. И сейчас так немножко заправляю. Нужно приколоть аналогично вдоль всего рукава. Здесь такой момент, ну, как бы я подкладку сильно стараюсь не тянуть. Просто мягонько ее распределяю и все. Вообще, казалось бы, знаете, такая простая куртка, никаких сложных моментов, по идее, быть не должно, но вот выстреливают такие нюансы, у которых даже предположить порой и не предположишь. Ну вот я, например, очень удивлена, что моя машина не шьет эти слои, хотя тут все достаточно тоненько должна была шить. Бывает. Просто приходится на это тратить время.
Я, кстати, нашла еще одно пятно на подкладке, которое не отстиралось, которое вообще неизвестно откуда там появилось, но явно от машинного масла с вышивальной машины. В общем, подкладка в этом изделии мне не нравится от слова совсем. Пятна, какие-то стрелки. В общем, если честно, я не люблю шить подкладку, потому что вот как раз она бывает преподносит всякие такие сюрпризы непонятные. Я, кстати, не знаю, где я ее покупала, в каком магазине. А скорее всего, с каким-то из пальтовых материалов я ее заказывала. То есть я не знаю, китайская это подкладка или итальянская, хотя... Мне кажется, если там итальянская подкладка, это еще не гарантия, что она будет прям какая-то изумительная. Тоже может быть все что угодно. Вот, вколола. Так вот соединила рукавчик с курточкой. И сейчас будем прошивать. Причем, видите, здесь у меня не такой уж широкий припуск, да. И я, когда размещу ткань под лапкой, я смещу иголочку немножко влево, чтобы она шла поближе вот к этому сгибу. Этот сгиб — это строчка, которой мы закрепляли нашу кулиску. Там же у нас будет потом вставляться резиночка. И вот чтобы вот этот вот туннель, да, вот это вот как раз строчка, она этот туннель и делает. Вот, видите, у меня тут вторая машинка стоит. Не убираю, потому что мало ли еще пригодится, может быть. Заправлю подкладку немножко внутрь, чтобы она нам поменьше создавала каких-то неудобств. Главное нам ее не зашить в наш шовчик. Так. Опа. У Жуки 600 есть коленоподъемник, такой рычаг, который позволяет поднимать лапку с помощью коленки. Ну вот в пошиве вот всяких таких стеганых вещей очень удобная штуковина. Вот сейчас я буду вот так вот справа контролировать, чтобы подкладка не заживалась. И получается, что у меня лапка идет как раз вдоль вот этого вот моего сгиба, да, там, где кулиска прострочена. Поэтому, ну, как бы теоретически, да, в готовом виде должно быть все красиво и симметрично. Ну, посмотрим, как будет получаться. Периодически нужно подправлять наш вот этот вот внутренний там рукав, эту всю подкладку расправлять, потому что она может мешать. Я шью двумя оттенками ниток. Вот эти потемнее — это нитки подкладки, а посветлее — это нитки для моей куртки, так скажем. Ну, в целом, все, соединили. Сейчас выворачиваем и проверяем, чтобы у нас ничего не перекрутилось. Так, подцепляю, вытягиваю. И сейчас, опа. Во-первых, проверяем, чтобы у нас с вами рукав внутри не перекрутился. Иначе не сможем надеть его, эту куртку не сможем носить. И также проверяем, чтобы подкладка была притачена немножко, знаете, с такой свободой. То есть, ну вот видите, вот эта вот свобода на движение. Ну, я как бы так стараюсь делать, потому что переживаю, что если, например, вот этой свободы не дать, то внутри, ну, может быть какой-то дискомфорт во время носки, не будет свободы движения руками. Вот, поэтому я всегда стараюсь, ну, как бы единственное, конечно, здесь... Нужно следить, чтобы вот это вот не вот так не высовывалось, да, то есть, чтобы все было в меру. Ну, вроде как в меру. И после того, как мы убедились, что все хорошо, можно снова вынуть и здесь вот подрезать припуск до ширины где-то 5-7 мм. Все, он нам тут больше не нужен.